Сегодня мы посмотрим первый эпизод серии Life Extreme в этом году. В новом сезоне талантливые новички попытаются сразиться со звездами и получат шанс впечатлить все гоночные команды. А они, поверьте мне, наблюдают за событием. Главное — привести зрителей в восторг. Только так и можно заполучить любовь публики. Да, стать гонщиком, потом звездой этого шоу и наблюдать, как подскакивает число фанатов. Сегодня мы посмотрим первый эпизод серии Life Extreme в этом году. В новом сезоне талантливые новички попытаются сразиться со звездами и получат шанс впечатлить все гоночные команды. А они, поверьте мне, наблюдают за событием. Главное — привести зрителей в восторг. Только так и можно заполучить любовь публики. Да, стать гонщиком, потом звездой этого шоу и наблюдать, как подскакивает число фанатов. Сегодня мы посмотрим первый эпизод серии Life Extreme в этом году. В новом сезоне талантливые новички попытаются сразиться со звездами и получат шанс впечатлить все гоночные команды. А они, поверьте мне, наблюдают за событием. Главное — привести зрителей в восторг. Только так и можно заполучить любовь публики. Да, стать гонщиком, потом звездой этого шоу и наблюдать, как подскакивает. Сегодня мы посмотрим первый эпизод серии Life Extreme в этом году. В новом сезоне талантливые новички попытаются сразиться со звездами и получат шанс впечатлить все гоночные команды. А они, поверьте мне, наблюдают за событием. Главное — привести зрителей в восторг. Только так и можно заполучить любовь публики. Да, стать гонщиком, потом звездой этого шоу и наблюдать, как подскакивает число фанатов.